Всем привет, дружочки-пирожочки, с вами товарищ Сафронов. И я. Да, и мама моя. Можете передать ей привет в комментариях. Сегодня распаковка, продолжение распаковки посылки из Light MF. Это вторая часть, у меня пришло три посылки. Я, чтобы так удобнее было и вам, и мне смотреть по эпизодам, разбил их. У меня уже вышло, должно было выйти распаковка, обзоры игрушек из первой посылки. Там были и лол, и всякий трэш, и интересные необычные штуки, в общем. И вы посмотрите, все будет в описании информация, и также во вкладке видео. И можете узнать, что там было. А сегодня вторая часть. Тут, кстати, может быть какая-то одна игрушка большая, или несколько, я точно не помню. Но, в общем, это одна посылка. Почему у меня три посылки? Потому что я заказал из Америки все эти игрушки при помощи сервиса Light MF, я напоминаю. Вот, больше информации вы можете узнать в первом ролике, где я рассказывал. Доставки работают, все это безопасно, бесконтактная доставка. Игрушки проходят карантин, пока идут, где-то 10 дней идут они, ну и за это время точно, там вирусы не больше там суток, по-моему, живут на предметах, и здесь точно все проходит, как бы, ну, самоизоляцию в этих коробках, эти все вещи, и все это безопасно. Плюс это подтверждено Всемирной организацией здравоохранения, что не передается через посылки, ну и тем более доставки до сих пор работают и у нас, а здесь уж, как бы, пока все это дойдет, точно будет все окей. Также есть история с пошлинами, почему три посылки? Потому что они каждые по $200. Сейчас есть пошлина больше $200, то, что сумма превышающая. Вы за это превышение платите 15% от суммы этого превышения. То есть заказали на $300, от $100 платите 15%, не от 300. То есть то, что только превышает. Опять же, информации больше в описании. Там все расписано, все указано будет. Но количество посылок не ограничено, поэтому у меня их три. И они пришли ко мне все одновременно. Вот, и то есть 3, 200, 200, 200. Вот. И по идее, никакую пошлину, то есть вас не могут взять, потому что это три посылки. Ограничения на количество нету, но на одну посылку есть. Вот. Больше информации, опять же, в описании. Light MF это сервис, который помогает доставлять из Америки, из разных магазинов, все на один склад может прийти, и потом прийти к вам домой, и опять же, безопасно, бесконтактно, курьером все это получить можно. Ну а теперь открываю я вторую коробку. О! Она тяжелая, но она поменьше. Здесь может быть одна большая игрушка, еще раз говорю. Мы посмотрим. Ну ладно, давайте посмотрим. Ну, тем быстрее выйдет следующая распаковка. Потому что после распаковки этой посылки и обзора игрушек, которая здесь будет, будет третья посылка, самая большая коробка. А может в ней одна игрушка. Я просто не знаю по габаритам, как всегда, я молодец, не смотрю. Вы все-таки смотрите на Амазоне, на том же самом. Там пишутся габариты, ну, то есть написаны габариты коробки и вес ее. Вы смотрите, я просто для канала, для себя, для вас все это снимаю. Все это заказываю, в том числе, и у меня-то канал с обзорами игрушек, а вы, ну, рекомендую. Там можно тогда рассчитать стоимость доставки и всего остального так эффективнее. Пицца-нож нам поможет, как говорится. Что такое? Так, открываем. А, нет, тут куча всего. Очень хорошо. Нет, да, тут много игрушек, и здесь игрушки, которые я давно ждал, не только я, тут и Ваня их явно ждал, и все, в общем, кто-то из вас наверняка ждал. В общем, сейчас будем смотреть, что здесь. Ух, вначале идут пришельцы. Это новые капсулы с пришельцами Treasure X, которые должны светиться. Что-то у них светится. То ли слайм, то ли они сами. То есть, по-моему, слайм светится. Ну и плюс это новая серия пришельцы светящиеся. Вот у меня две. А, нет, не две. Разные. Вот такой пришелец. Они новые пришельцы, они полупрозрачные теперь. По-другому выглядят. В обзоре вы это все увидите. Вот один пришелец такой. Второй пришелец такой, зелененький, третий, по-моему, такой же. А, нет, все три разные, ничего себе, а как это так? Можно было, видимо, да? И третий пришелец такой, то есть все три разных пришельца. Огонь, я просто думал, что могут прийти три одинаковых. Там фигурки все равно разные. Как и, например, в разных пришельцах могут быть одинаковые фигурки. Но оказалось, что, может быть, и можно было так заказать. Я не знаю, на Амазоне смотрите. Следующее, это еще... больше. Treasure X — это огонь и лед. Оказывается, вот такая маленькая коробочка. Оказывается, вот такая маленькая коробочка — это новая серия
Огонь и лед Treasure X. Там будет какая-то новая тема, это уже не гипс, там уже какая-то будет где-то вулкан, как-то пенится, потом нужно что-то там из него вырезать, потом нужно что-то как-то там доставать, то есть новая тема совершенно. И у меня здесь их очень много. То есть одна коробочка, вторая коробка. То есть часть я вскрою здесь, а часть как раз я вскрою уже с Ваньком, ну, с сыном, потому что, ну, ему это очень интересно. Я заказал, ну, не только для обзора, зачем столько снимать. Я, например, одну вскрою при вас, а две остальные, например, с ним. Поэтому будут вот такие вот обзоры, да? То есть они все это выйдут на канале, но вскроем вместе с ним этих пришельцев. Вот еще коробочка с этим Fire and Ice. Очень много их. По-моему, еще... Некоторые почему-то запакованы отдельно, но вот видите так. Это тоже, да, вот эта серия. Значит, тут вот нарисованы всякие такие, видишь, огонь и лед, драконы какие-то, вот всякие разные вот эти чубрики новые. Такие маленькие классные коробочки. Я думал, большие, кстати, будут. И дизайн такой приятный. Приятный, выглядит классно, по-новому. Прям видно, что новый подход, все новое. А это... Давайте покажу вам еще классную вещицу. Кстати, важную информацию сейчас скажу про нее. Это из серии пришельцев Treasure X. Вот такой огромный жук. Тут, правда, я точно с Ванькой буду снимать, да, потому что это тут, как это называется, довольно жутко. Хотя, с другой стороны, даже не знаю. Ему надо, в общем, там голову проламывать и все такое. Ну, не знаю. Ну, с другой стороны, это вражеский пришелец. Все, съел там нашего героя, да? Ну, в общем, подумаю. Я подумаю. Тут написано ограничение какое? 5+. Нет, ну, 5+. Психологи, Treasure X'ов, я думаю, работают. В общем, тут пришелец. Но, чтобы вы знали... Эти пришельцы, я не стал заказывать их несколько, потому что комплектация одинаковая будет у всех, то есть у них нету сюрприза. Если вот здесь могут попасться множество из коллекции, здесь тоже множество из коллекции, здесь вот только один вариант будет. Вы могли видеть любой какой-нибудь обзор на любом каком-нибудь канале, но вы знаете, у меня свое всегда мнение, у вас свое мнение, у меня свои зрители есть, и плюс как бы... Больше видосов, больше мнений, вам же лучше. Так что ждите, смотрите у меня на канале мой обзор этого пришельца. Как и всех остальных игрушек в целом. То есть у нас нету моратория на обзор игрушек, если у кого-то он уже был. Никогда такого не было, да? А комментарии такие пишут, вот... Воздух общий. Воздух общий, да. Это вот, понятно? Все. Мудрость. Вот, и еще, оказывается, то есть, есть одиночные наборы, вот такие вот, то есть, и есть наборы с большими животными, как вот было в Treasure X, маленькие были, ну, эти гипсовые, ну, такие, а тогда даже не гипсовые, с синим песком были маленькие, а гипсовые были драконы, да, были тоже гипсовые драконы, в общем, здесь новые драконы тоже, но это уже большой, он уже тяжелый. Вот если эти прям такие легенькие, то это уже тяжелый. Вот, посмотри, потрогай. Прям они, вот сравни по весу. Ого. Прям тяжелый. Он чуть-чуть вот подороже, но, кстати, не сильно. Раза в три, наверное. Но по стоимости, на самом деле, вот этот маленький там стоил, грубо говоря, по-моему, $10. Но я боюсь соврать точную цену, потому что так меняются они цены все эти. Вот, и со скидками. По-моему, $10, а этот стоил, по-моему, 15. Вот, такая история. Вот, еще один. Вот. И еще один. То есть, также, для обзора я и общего мнения я покажу на канале. Одну какую-нибудь открою. Вот. А две остальные открою уже с Ванькой. Вот. Ну, то есть, тоже все будет на канале. Ну, и как раз... Вам же быстрее посмотреть, что внутри, узнать и ждать новых обзоров или нет. И у меня закончилась вот эта посылка, вторая. Ждите обзоры. Это будет много обзоров Treasure X. Я даже, кстати, не знаю, может быть, там вперемешку потом сделаю. Пока думаю, но, возможно, концепцию сохраню. На момент распаковки вот так будет. Ну, то есть, точно это будет после распаковки. Вот, ну, посмотрим, как сделать лучше. Может быть, я сразу все три распаковки подряд.
и вы увидите, будет вам тогда бонус и сюрприз от меня, и вы потом все обзоры будете смотреть. Вот такая история. Пользуйтесь сервисом LightMF, доставки из Америки безопасно, то есть это все проходит, ну, как вы знаете, все проходит доставку, карантин в этой коробке, доставки безопасные. Опять же, вы сейчас у нас работают и доставки из магазинов любых игрушек, товаров, то есть сейчас у нас, да, вот, только у нас доставляют прямо на следующий день, или там через день, или через сколько, а тут пока дойдет, все равно, плюс как бы все это в коробке находится, и никто с этим не контактирует. Много игрушек сложили, все, хоба-хоба, минимальный. Плюс это идет со склада. То есть это не из магазина, да, вы не идете в магазин, не, где там все перетрогали, все перечихали и так далее. То есть, как бы для меня тоже доставка, хотя бы со склада, она, ну, безопасней, как по мне, в любом случае. Вот, поэтому... А мне кажется еще, что элемент посылки, он всегда такой интересный. Это всегда сюрприз, какой-то достаточно праздник такой, как, ну, присутствует элемент такого волшебства, да, магии. Посылочка. Да, посылка. Как будто подарок сам себе сделал, да? А все равно ждешь, пока посылочка придет, интересно, ожидание, даже если знаешь, что ты уже заказал, там все равно тут, пока... Момент ожидания и прихода посылки. Приятно, да, приятный такой вот. Дополнительный, как бы, такой получается бонус. Рекомендую, в общем, вам, помимо приятных ощущений, еще экономить можно всего остального. Или помимо экономии, еще и приятные ощущения от этого, от этой распаковки, этой посылки. Приятно в квадрате. Да, вот. Ссылки будут все в описании, информация вся в описании, обзоры на канале, кладка видео, подпишитесь, колокольчик, вот это вот все, чтобы не пропустить, все смотрите, не пропустите, и третью коробку, распаковку ждите. С вами был товарищ Сафронов, мама товарища Сафронова. Пока, дружочки-пирожочки. Пока-пока, до новых встреч.